Так, всем привет, друзья. У нас новая серия на карте Бжозовка или Березовка. Кстати, кто не подписался, не поставил лайк, самое время это сделать. Приехал в магазин, сейчас 7 утра, но он еще закрыт. Я там арендовал технику для подбора тюков. Вон, если видите, там мазик стоит оранжевый. Вот. Ну, пока ничего не остается, как ждать. Плюс еще взял тоже культиватор в аренду агромашевский на 6 метров. Нужно будет потом его пустить вслед за замазом, как соберем тюки. А пока магазин закрыт, тогда предлагаю заварить чайку, приготовить что-нибудь вкусненькое. Ну, скоро вернемся. О! Что там произошло? Еще одно. Ничего себе. Так, вернемся тогда, когда откроется. Пока можем заглушить. Так, 8:00 открывается магазин. Вот там люди забегали. Сейчас цепляем тогда культиватор этот. Он идет сразу с катками. Не знаю, насколько это вообще рабочая, нерабочая схема. Будет ли оно действительно прикатывать. Ну, заодно проверим. Вот. Ну, я арендовал МАЗ. Вот с таким вот лафетом. Специально для тюков. Плюс еще взял прицеп. Только единственное, что как-то он, конечно, задран так вверх. Чтоб шланги не зацепило. Но одно колесо в воздухе. Ну, думаю, пригрузится будет нормально. Тоже прицеп с таким же, такой же навеской. Всего получается 36 тюков, а у меня там их 39, плюс один тюк, кстати, я пропустил, не запаковал, он с травой оказался. Так, свет, цвет рабочий, рабочий, отлично. Сигнал такой действительно мазовский. Так, поедем тоже колонной. Поеду впереди на мазе. А наемник пусть на тракторе за мной. Единственное, что надо сейчас будет выставить по расстоянию чуть подальше. Так, поставил 30 метров. Надеюсь, нормально будет. Так, что там у нас по дороге? Свободно, не свободно. Ехали. Все, тогда едем на участок. Начнем работу с утреца. Потому что ждать нету времени. Надо быстренько засеивать его. Уже середина апреля. Поэтому надо это быстренько сделать. Так, ребята, разъезжаемся. За мной. С
сильно гнать не будем. Километров 35-40. Трактор-то все равно максимум 35 едет. А, что, кстати, по поводу моего того маленького участка, я так и не решил еще, что с ним буду делать. Хотелось бы, конечно, на нем поставить какую-то теплицу, но я за кадром пробовал это сделать. И потом происходил какой-то лаг, то есть игра начинала зависать и переставала сохраняться. Плюс пропадает карта в режиме меню. Короче, какая-то фигня происходит с ней. С игрой с этой. Пока до конца не разобрался, надо еще. Буду, наверное, делать как-то за кадром все это. Ну и если все получится, то тогда уже покажу, то есть что там получилось, какая теплица, как все это устроено. Но вообще было бы, наверное, неплохо там поставить какие-то теплички на автоматическую даже продажу пусть. Чтобы, ну, хоть как-то эта земля окупалась. Так, стоп, подожди, нам сюда. Тюков, да, получилось немало. Ну, в принципе, я думаю, мы и заработаем с этого неплохо. Так, трактор там вроде за нами едет, да? По фрагментации сейчас проверим. Еще трава, то есть в принципе не сфрагментировалась. Ну, пока соберем их на данный лафет. Надо в любом случае их отсюда убирать, потому что поле надо прокультивировать. Трактор пока можем в сторонку оставить. Так. Сейчас тогда быстренько все это соберем. Так, начать может с прицепа тогда. Потом мы его отцепим, и уже на мазе будет попроще собирать остальные. И таким макаром мы сейчас быстренько все это и дособираем. Надеюсь, мощности мазику хватит. Отлично, прицеп полный. Так, сейчас я хочу его отогнать и отцепить. У меня есть тут кое-какая идейка, как сэкономить на аренде. Так как фрагментация еще до сих пор не прошла, в любом случае нам надо это пока оставлять у себя, чтобы дорого аренда не стоила нам. Мы сейчас его здесь припаркуем. Попробуем отцепить вместе с тюками. Так, переключаемся. Нет,
Отлично. Отлично. Я цепляю прицеп. Все, супер. Вот так вот получается, их можем и оставить. Так, здесь еще трава, да? Пусть так и фрагментируется. То есть мы оставим в аренде только вот эти вот сами лафеты. А это потом прицепы сам масс я сдам, пока не пройдет фрагментация. Так, поехали, дособираем остальное. Заберем. Отлично погрузился, это хорошо. Тогда сейчас дособираю петюки и начнем культивацию. Так, ну вроде все собрал. Так, ну, отлично. Все, супер. Так и оставляем. В принципе, неплохо получилось. 96%. Ну, в принципе, чуть-чуть. И будет готово. А на этих тюках тоже, наверное, 96, да? Так, фрагментация 97. Ну да, тюка. Осталось им. Кстати, я еще хотел посмотреть, что у меня по курам. Может, им что-то подкинуть нужно. Яйца уже, кстати, два поддона. Это уже третья половинка собралась. Ну да, корм надо будет подкинуть потом. Как прокультивируем. Пойдем сейчас тогда займемся культивацией. Комбайн пока стоит без дела. Хотел сказать бесхозный, но нет, он хозный. Так. Кстати, как он работает, можете посмотреть серию, которая выскочит по подсказке. Так. Где я трактор бросил? У кого-то ячмень растет, надо будет потом контракт взять. Самолеты разлетались. Так, запускаем двигатель. Как это у нас штука раскладывается? Рассчитана, кстати, она, по-моему, на 80 лошадиных сил. В нашем ТЗ 130. Так что, в принципе, должен потянуть неплохо.
Так, опускаем. Опачки, что-то его так крутануло. Да, тяжеловато оно идет. Я бы сказал, что он вообще не хочет идти даже. Еле-еле. Так, а прикатка идет или не идет? Вроде как бы идет, но непонятно, да? Блин, что, надо бежать, что ли, за трактором? Тогда в соседнее село. Что-то брать помощнее. Наш МТЗ не справляется. Слабоватенько. Хотя по заявлению производителя типа должен тянуть. Но, как показывает практика, не особо. Так, потом куром подкинем еще, да? Ладно, побежала тогда за трактором. Заодно, наверное, маза верну арендатору. Так что... Встретимся чуть позже. Так, ребята, арендовал я вот такой вот. Ну-ка, разбежались. ПТЗ стареньким. Сейчас попробуем на нем поработать. Я думаю, должен потянуть. Здесь, по крайней мере, 180 кобыл. Ну, я надеюсь, кобыл 170-150 еще живы. Ну, в принципе, выглядит бодренько он. Так что едем на поле. Сейчас попробуем прицепить этот культиватор. Кто за нами там пристроился. Я надеюсь, потянет. Так, ну, выглядит он, по крайней мере, внушительно, это точно. На спарках особенно вообще шикарно аппарат. Так, давай попробуем, опускаем. Потянет он у нас. Да, он тянет нормально. Так что отлично. Будем культивировать. Поехали потихоньку.
наверное, в принципе, этот ХТЗ еще оставлю. Надо будет потом засеять. Сначала прокультивируем все это быстренько. Ну да, есть еще тоже какие-то нюансы. Это он где-то застреет на буграх. Но в целом вроде тянет. На второй передаче. А, на четвертой. На четвертой нормально пошел. Все, тогда ускоряемся. Быстренько прокультивируем и вернемся. Так, ребят, короче, с этим агрегатом я научился немножко им работать, но такое себе, конечно. Получается, на пониженной передаче, на четвертой, да, он может его тянуть до 7 километров в час. 6-7, вот это вот та скорость, на которую работает данный агрегат. Так что это учитывается, если будете использовать данный мод. Так. Тут еще дождик пошел. Как раз. Короче, все прелести природы во время культивации. Эта ЗЭшка, кстати, четкая вообще.
навеска вся шевелится. Грязь отлично отображается. Но вот с оборудованием я немножко промазал. Надо было брать другой. А что он не опустился? Так. Сейчас еще обратно да пройдем. И в принципе готово. Поле под посадочку. Так. Разворот. А, вот, кстати, дождик закончился. Ну, слушай, сколько мы тут, получается, проработали? Наверное, часа два мне понадобилось, чтобы это поле закультивировать. Так, по аренде я пока ХТЗ оставлю у себя. Мне надо будет все это еще засеять в марте месяце. А культиватор мы вернем. Так, ну вроде распогодилось, да? Пришлось перейти, кстати, на ХТЗ на полностью ручное управление коробкой. Вот даже до скоростей. То есть это вот сейчас я еду не на круизе, а именно, то есть как нажал на педаль газа, так оно вот на чем остановилась, так и ездит. Такой как адаптивный круиз. Сейчас тогда еще заедем под подсыпем нашим курам поесть. Только надо будет технику припарковать тут. Полбака спалил. А бак там это за не маленький, чтобы вы понимали. Вот они, два ящика тут у меня получается с яйцами. Так, а кукурузу они, кстати, тут есть или нет? Вот мне интересно. Давай попробуем. Если нет, тогда надо ее отсюда убирать и свести на продажу. Так.
за им зайдет. Ну да. Хотя такое ощущение, будто что-то им попало. Было же 190 и 143. Может, я что-то пропустил. Ну, им точно ничего не попало. Тогда выгружаем. Ух ты! Выгружаем это в лице. Потом съезжу, продам это. Отсюда его достать еще. Наискосок попробуем. О, отличненько. Колес тоже поубирать. Так. Ай, ё-моё. Вроде наполняется, да? Надеюсь, все влезет. Да, по-моему, 1200 вместительности. Ладно, раскудахтались, но...
Белку, кстати, тоже продал свою. Так, что ж, тогда на этом будем завершать эту серию. Всем спасибо, что посмотрели. Не забудьте подписаться, поставить лайк. Ну и до новых встреч. Увидимся на карте Бжозовка.